100 километров от Вильнюса город Алитус. Вот на въезде остановился. Здесь вообще кафешки такие классные. Тенечек, все. Все убрано, все чистенько. Зашел, отлил. Ну и разомну ноги, попью водички. Меня один вопрос беспокоит, друзья. Задняя это у меня новая резина, а передняя уже больше 15 тысяч. И что я заметил? Надо было нормальная, видите? Износ, вот это правая сторона, это левая. Левая сторона как-то сильнее изношена, чем правая. У кого-то было такое, с чем это связано? Вроде бы нигде не бился, в траверсах все нормально, но вот этот износ слева больше. Еще не до индикаторов, вот напишите в комментариях, что это может быть.